Здравствуйте, меня зовут Александр Мясников, и сразу хочу сказать большое спасибо за то, что вы заинтересовались мной в качестве ведущего вашего самого значимого события. Поверьте, мне хорошо известно, насколько сложно среди множества предложений найти что-то действительно стоящее и интересное. И сколько на этот поиск нужно времени. Поэтому я не буду вас надолго задерживать и буквально за 5 минут постараюсь показать, какой может быть ваша свадьба, если вы доверите ее в надежные руки. Позвольте представиться, меня зовут Александр Мясников, и я сегодня буду ведущим развлекательного праздника. Вы без команды никак, у нас специально для вас можно. Ура! Сплиттер! Сплиттер, да они все знают. У нас просто нет шансов. Аплодисменты! С 2010 года я занимаюсь организацией и проведением мероприятий различного масштаба. И за это время я понял, что особое место в моей работе занимают именно свадебные торжества. Это уникальный по своей энергетике и ни на что не похожий праздник. Праздник, в который я вкладываю весь свой опыт, любовь, заботу и внимание. Это не просто хобби, это моя жизнь, это моя страсть, работа, приносящая удовольствие. Видите, вы втроем вышли играть, вы втроем друг другу и хлопаете. Полторашка сбила вас. Каждое событие уникально и неповторимо вне зависимости от места проведения, количества гостей и прочих условий. Мы вместе создадим день, который на долгие годы запомнят ваши родные, друзья и близкие. Событие, пронизанное вашими общими вкусами и интересами. Если рост 170, а вес 60, какого размера нужно выбрать колготки? Я в них. Я надеюсь, что вы пошутили. Ты можешь подсказать, уже можно все что угодно делать. Видишь, какой я тебе жест показал? Не ответишь, тебе как бы... Ты хочешь просто мне пальцы загнуть? Поверьте, я ни в коем случае не хочу отбирать хлеб у тамады Сергея Степановича. И поэтому конкурс «Хлопни попой шарик» и музыка в стиле Верки Сердючки 100% не будут присутствовать на вашем празднике. А вот современных, интеллигентных и, что немаловажно, веселых интерактивов и игр в моем арсенале предостаточно. И с каждым годом их становится все больше. Это команда только для девочек. Убегай! Убегай! Тебя может засосать в это все дело, не надо, ты еще молод. У нас все записано. Знаете, самое важное уже произошло. Вы нашли человека, с которым хотите прожить долгую и счастливую жизнь. Так давайте вместе создадим тот самый важный день, когда вы станете одной семьей. Алло? Да, вы уже подъехали? Отлично, я на месте и жду вас. Спасибо. Ну что ж, друзья, как вы видите, работа уже началась. Звоните, я буду рад с вами пообщаться и помогу сделать ваш праздник особенным. До встречи. I'm setting it on. С вами весь вечер был Александр Мясников. Всем спасибо еще раз. Надеюсь, до встречи, друзья. Спасибо.